Грозен и силен, и побеждать умеет он в футболе, им побед одержано немало. Но я поставлю Соузу, и он порвет очко лондонского Арсенала. Вот и вся моя тактика на сегодня. Игра вновь решила, что слишком просто будет вот так вот взять и пройти Арсенал, да? Поэтому сломала и Чингиза, и Фрэнкомба на правый фланг. В итоге я туда переставил Бальде. Но окей, в принципе, он там справится. И такой, знаете ли, ну, не совсем автобус, но автобус я решил поставить, опустить фланги чуть пониже и такой мощный центр. Посмотрим, что из этого все получится. Играем дома, осторожно. Главное не пропустить много голов. В принципе, по составу мы зрелая команда, которая может обыграть Арсенал. Может. Особенно дома. Кто там у них? Ну, Феликс, которому, наверное, уже тридцатка. И, кстати, странно, что он успел восстановиться к матчу с нами, потому что я чекал его состояние. Он не должен был восстановиться, мне кажется, у Арсенала. Редактор! Соуза! Как я и говорил, как я говорил, как я пел! Как я пел в начале перед матчем. Соуза! Аж кошка на подоконнике охерела от моего крика. Ну, чуваки, я сам охерел от Соузы. Вы просто... Еще и пас от Бальде, который на неудобной для себя позиции. На, глотай! Вот если нам забьет Брекало, это будет просто... Ну, тупо предательство. Не знаю, Павлик Морозов, Хосип Брекало, Хосип Морозов. Короче, первый тайм так вот быстро заканчивается, почти без моментов. Но меня все устраивает, я вообще сейчас в восторге нахожусь. Я, честно говоря, неделю почти не записывал Сандерленд, потому что я тупо боялся. Я тупо боялся, сейчас запущу, и мы вылетим вообще без борьбы, без всего. И как бы карьера закончится на таком вот бездарном матче. А, еще, да, у нас сломан Харвуд Белис, наш капитан команды. Вместо него играет Юрий Воропаев. Но пока что, как мы видим, все играют, ну, не то что выдающийся футбол показывают, но держимся, спан, окей, что за спан, странно, что не спам, защитник голландский, неплохой игрок, но у нас есть Влаха за 3 миллиона долларов, Хосе Пинто, Карлос Альберто, вот забить бы второй гол и... Первый матч, по сути, сделан. И не пропустить ни одного в ответку. И можно спокойно в Лондон ехать. И не думать о... Чуть была номинация на премию Пушкаша не залетела. Можно спокойно ехать в Лондон и пить чай, смотреть на Биг Бен, гулять по Трафальгарской площади... Кормить уток в Королевском дворце. Я не знаю, что еще делать в Лондоне. Это все, что я запомнил за все уроки английского. Карлос Альберто. Карлос Альберто вперед на фланг. Тимон. Тимон, если мы выиграем, я даже буду называть... Блять, я заговорился. Тимон, если мы выиграем, я даже буду правильно называть твою фамилию. 1-1. Брекало! Еще и празднует. А, ну что за человек? Что ж, друзья, увидимся в ответочке. Ну и вот таким вот составом, пожалуй, сыграем в ответном матче. Здесь тоже не без проблем. Сломался наш мозговой центр команды Карлос Альберто. Сломался надолго, но, в принципе, в полуфинале, если что, он готов сыграть. Понимаете, к чему я клоню? Игра, давай, завези мне хороший матч. Сыграем с чистым опорником, с таким вот пареньком. Настоящий разрушитель. Просто-таки Demolition Man, Сильвестр Сталлоне, Уэсли Снайпс. Смотрели такой фильм, нет? Ну, вряд ли, конечно, смотрели, но я смотрел. И он был неплохим для меня в детстве. Да, лет 15 назад. Короче, оттягиваю момент, потому что матч будет тяжелый. Погнали. Ответный матч с Арсеналом. Это просто апогей карьеры. Полуфинал Лиги Европы почти что рядом. В нападении у них играет некий чувак, которого я назвал бы, ну, судя по его лицу, вождь Чингачгук.
Но он нам не страшен, потому что у нас есть Соуза, более классный нападающий, более дорогой нападающий, более, в конце концов, элитный нападающий. Так что, мужики! О, блин, нифига себе, я сейчас потянул. Блин, я что, голос сорвал? Погодите. Секундочку. Извиняюсь, пацаны. Да, походу я реально сорвал сейчас голос. Наверное, сейчас мой голос звучит противно, ну, точнее, противнее, чем обычно. Ого, неприятно. Но я отдал себя всего этому матчу. Я своим голосом пожертвовал. Так что и вы, мужики, пожертвуйте собой ради этой игры, ради этого матча. Сука, одна команда, один город. Не знаю, что еще вам сказать. Мотивация прошла, мужики. Сейчас или никогда. Просто сейчас или, сука, никогда. Другого шанса не будет, мужики. 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 Может быть, удар нанесем по воротам, а? А? Да. Явно поспешил я называть их мужиками. Хотя, может быть, сейчас Николай Басков. Это красное! Это нахер красное! Это нахер красное! Даже не думай, да. Все, Арсенал, уходи в оборону, и мы будем вас прессовать. Если, наверное, если... Давай, игра, давай, пора. Ну, вот он, шанс, сука, всей жизни. Хорош. Тимон, под удар, вверх. Ну, ладно, окей. Тимон, я тебе пумбу куплю, если мы выиграем. Хорошо. Берналь, неплохо. Пинто, нормально. Как я учил, короткий пас. Только не потери мяча. Сука, зачем вы мне это показали? Вы дали надежду и украли ее. Да, голосу, походу, пизда. Ну ладно. Плевать на голос. Главное, чтобы мы дальше вышли. Вот такой вот я. Жертвую собой ради команды. Так, я жду лучшей игры, конечно же. И, наверное, я рискну. Уберу опорника, поставлю второго нападающего. Нам нужно просто забить гол. Просто, сука, забить гол. Они вдесятером. Мужики, я сколько, сука, раз сказал сегодня слово «мужики». Как говорится, мысль материальна, правильно? Она должна воплотиться в гол. В мужицкий гол. Берналь, на фланг переведи. Хорош. Элвис. Там рука была, не знаю, но в ФМ, по-моему, еще руки особо не засчитываются. Ну как? Соуза за 200 миллионов мажет с 3 метров головой. Нет, ну если мы пропустим, это будет все, это будет провал провалов просто. Нахрена было сейвить удар, который был в метре от ворот? Зачем? Просто объясните мне и Пикфорду, зачем? И вот еще один угловой, я думал там был... Окей. Хитрые, читерские розыгрыши угловых от Арсенала. Ну сука, ну их меньше, ну... Ну, если мы не сможем обыграть 10 арсенальцев, то нам вообще нечего ловить, сука, в полуфинале. Это же очевидно. Вот что игра нам сейчас показала, я не понимаю. Давайте выпустим Эльма и Соуза, которого я так нахваливал, совершенно никакой. Поднимем фланги. Сделаем вот так вот, я не знаю. Вот так вот и попробуем через фланги свежие. Но не свежие, а быстрые фланги. Нет, еще кое-что нужно сейчас будет изменить. Но, может быть, и не нужно, если мы забьем гол. Ну! Пожалуйста! Сука, додавить, как гнойный прыщ. Гнойный канонирский прыщ. Ну! Да, Линкольн! Похер на голос! Да! Не знаю, почему я поцеловал... бутылку, но нужно было кого-то поцеловать. Вот знаете, обычно фанаты целуют кого-то, когда видят гол. Линкольн, коротышка Линкольн. Вы видели, как что случилось с сеткой? Она просто порвалась от этого удара. Так,
Так, игра успокоилась. 20 минут. Ой-ой-ой-ой-ой. Я, наверное, вот так вот сделаю. И, наверное... Блин, даже не знаю. Фланги опустить. Я, наверное, опущу фланги все-таки. Да, потому что один знающий человек по имени Илья меня учил этому. Поверим, поверим. Нет. Товарищ! Правильным путем идете, товарищ, как говорил другой великий человек. 15 минут. Если бы я мог, я бы сейчас нахер на этом стуле уехал бы отсюда, потому что смотреть такую концовку напряженную, ну просто невозможно. Второй гол. Пожалуйста, второй гол забейте! 2-0! Замена сработала! Все, я поехал! Я поехал отдыхать на Гавайи! Я заслужил! Поеду лечить свое больное горлышко! Всем удачи, всем пока! Ладно, ладно, это, конечно, шутка, и, конечно, и три гола можно пропустить за 10 минут. Чего? Осторожно! Be careful, мужики, нет. Даже Пикфорд тащит 6 сейвов, улыбается во все свои 32 и в свою... зубную щель. Но мы-то знаем, что у Пикфорда еще есть щель между руками охрененная, потому что порой его сейвы просто, блядь, не укладываются в голове. И вообще, честно говоря, последнее время FM меня мало радовал, ибо чем больше ты играешь в FM, тем больше ты бомбишь, и твоя задница полыхает, словно сибирский, ну, вы поняли, да? И как и в ситуации с ними, мою задницу тоже никто не собирается тушить, но если мы победим, чутка она охладится, чутка, ну, свисти. Ну, по статье мы, конечно, отскочили, блин, мой голос, какой кошмар, но... Судья, будем честны, судья и парень Алекс Аксель Висколё нам завез. Жопа, просто жопная, я не знаю, я сейчас, наверное, промолчу, сейчас домотаем до жеребьевки и, наверное, блин, Ювентус, Лейпциг или Интер. На самом деле мы прошли Арсенал, нам уже никто не страшен. Чейз срывает обла... Я еще и голос сорвал, сука, слова, сказанные мною. Я орал, как сука последняя. Мне даже немножко стыдно, блин, как бы я обычно веду себя спокойно и вообще считаю себя довольно спокойным парнем. Но в такие моменты, вы не поймете, вот сейчас на меня смотрит кошка с подоконника и думает, господи, какой у меня хозяин идиот. Может быть и вы думаете, что я идиот, но, чуваки, это нахрен апогей карьеры, мы в полуфинале. Вот она жеребьевка, пацаны. Я молчу, у меня уже просто никаких эмоций не осталось. Ювентус. Давайте посмотрим, сколько раз они брали чемпионство в Италии в последние годы. Хотя, на самом деле, смотрите-ка, они ниже Лацио, а Лацио в нашей группе были последними. А Ювентус-то, оказывается, не так-то и опасен. Самый дорогой футболист у них это Джон Итуриньо. Ну, я понимаю, что, конечно, он похож на Черчесова, на Салямича нашего, но... На фартового Салямича, но... Шансы-то есть. Шансы, сука, есть. В общем, чуваки, ставьте лайки. Ну, во-первых, конечно же, как на Ютубе принято, если любимый блогер, ютубер заболевает, нужно поставить много лайков, чтобы он выздоровел. А, чуваки, сами понимаете, горлышко мое что-то не на шутку пострадало сегодня. Ну и чем больше лайков, тем скорее выйдет полуфиналы. О, магад. О, магад. Это будет жестко.
После этого ничего не страшно. Будет. Всем удачи, всем пока.